ЧП в детском саду. Ребенок вывалился из окна на втором этаже. Внук выпал второго этажа этого детского сада. В общем, он упал на этот куст, что его и спасло, как говорится. Он ударился, ну, вот об куст ударился, здесь у него ссадины и глаз вот прямо очень напух, гноится. Врачи сейчас оценивают состояние ребенка, а заведующие разбираются, куда в это время смотрели воспитатели. Подробности сегодня в 7 вечера.